Здравствуйте. Сейчас день. Ну, уже, конечно, дело к вечеру. 17 часов. Вот у нас сейчас появился такой проигрыватель. Yamaha P320. Это пасековый привод, но, тем не менее, полный автомат. Очень хорошая там механика сделана. Сейчас будем слушать пластинку с классикой. Давно мы не включали. Это у нас Бетховена, Лондонский филармонический оркестр, на Филлипсе записан. Итак, давайте послушаем, посмотрим, как он там встает на пластинку, снимается. Ух! Теперь вот о работе. Убавляем громкость. Здесь у нас сейчас работает ресивер 2216 в качестве усилителя, скажем, фонокорректор. В нем встроенный и просто усилитель на акустику, который идет. Вот, можно его отключить, можно его просто поднять. Тонар переставить. Дальше продолжать слушать.
Вот, видите, проигрыватель отключился. Что скажу, конечно, виртуозное исполнение, шикарное. Ну, вот, хороший звук показывает совсем, что абсолютно не нужно что-то такое сверхъестественное. Вполне нормальный проигрыватель, он не какой-то там особенный, просто добротный, нормальный проигрыватель. Ресивер Marantz, акустика Fisher Yankee SX. 100. Ну, естественно, нужно просто нормальная хотя бы какая-то пластинка слушать. В данном случае это вот такой блок пластинок. 7 пластинок полностью. 9-я симфония Бетховена. Вот. Под управлением Бернарда Хайтинга. Вот такая вот коробочка есть. Ну, если у вас есть просто хотя бы пару хороших пластинок, то иногда можно послушать и поймете, как это все должно звучать. Лондонский филармонический оркестр. Но и аппаратура просто вполне просто нормальная аппаратура. Ничего какого-то супер-супер дорогого тут нету. Так, у меня, к сожалению, вот тут крепеж пока вынимается. Вот. А так, обычное дело, вот здесь пружинки от старости проламывают пластмассовые держатели, и такая крышка у нас не держится, ее надо снимать. Ну вот, либо, ну, конечно, ремонт возможен. Можно будет информацией поделиться. Ну, на этом, пожалуй, все. До свидания, до новых встреч.